А что, если Баратрум плюс Висп? Хорошо, у меня ульта есть, все есть, да? На его. Блин, как же легко отплили вообще. Все, найс. Да-да-да-да, найс, отходим. Ой-ой-ой, в сторону. Хорош! У меня проблемы небольшие. Но все, я дерусь, типа. Думаю, но он... Там 2 секунды осталось, не знаю сколько. Тамбу. Тамбу слил. Все, дум кончился. На дума бегу. Ой-ой-ой, что за дота? Хорош! Ну, я влечу сейчас, дядь. А, я не могу под БКБ. Ладно, ничего страшного. Так, Вокер уничтожил. Я тебе. Хорошо. Алхимик. Алхимика. Хорош. Вот это вот сначала убью. У меня прыгать идет. Да. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если Баратрум плюс Висп? Очень простенькая комбинация, но хотелось бы, конечно же, посмотреть, как это работает. И сейчас сделаем с Антохой интересную каточку. Антонио, здравствуй. Здравствуйте, ребята. Вот. Ребята, и короче, сегодня будем комбинить. У нас получается рубрика «А что если?» плавно перетекает в «А что?» Не «А что если?», а в комбинации. Так, Баратрум. Хорошо. Все, я забрал, дядь. Все, Spirits of the Earth, guide me. Короче, наша рубрика «А что если?» плавно перетекает в 2 кнопки. И по чуть она так будет. Ну, просто рубрика «А что если?» — это уже рубрика «А что если?». Как говорится, ребят, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал, чтобы не пропускать такие видосы. Ксен не играет с Бару. Да, Ксен, кстати, с Бару не играет. Он сам играет в Бару. Так, смотри, короче, ты урну хочешь, да? Блин. Смотри, кто хочет по кайфу. Можно тебе, может, там все равно вместе будет. Смотри, сделай ты на... Ну, блин, я могу, в принципе, с урной побегать. Давай я сделаю уже. Ты знаешь, что сделай? Постарайся сделать Мидасиус. И там выйти в Тараску в какую-нибудь, что-нибудь такое лютое там. Ну, не сразу, там, может быть, там, Мека какая-то, Грифс там, Сол Ринг, Транквилла сначала играть, а потом уже выходить что-то крутое. Да, почему нет? Soul Ring плюс Tranquilla мне даст очень большой реген. Если что, я виспом, я вот без привлечений говорю, может несколько лет не играл, я его не брал. Очень простенько там все делать. Там все просто. Не переживай. Он очень переживает, что не получится. А если честно, на баре вообще, по-моему, видосов нету, где я чтобы играл на баре, кроме гайда. Поэтому надеюсь... Видос будет прикольный. Короче, моя задача будет здесь это одеть в скорость атаки, ну, Баратрума, да? И с виспом будем накалять, бегать, просто красиво разбегаться, красиво прибегать и красиво тушить. То есть мне прям реально интересно будет, то есть, ну, получится ли на баре тут достигнуть каких-то прикольных результатов, красивой игры. О, я парад, жесть, как, конечно, подруинил. Уважение, авторитета там. Уважение, да, авторитета очень хочется, чтобы я заходил, мне сразу все такие, о, шляпу снимаю, штаны снимаю. За Орду, да, и поехала. Ой, жесть, смотри, Зевс с этим, с кольцом, опасный. Мне через спирита вкачиваться или тупо 1-3? Слушай, попробуй гибридно. То есть 3-3-3 на 10 левеле. Просто, а чё нет? Попробуй. Я обычно, если не знаю, как прокачиваться, ну, типа, ну, какую-то определенную стратегию, я гибридно раскачиваюсь. То есть у меня все есть, все не дамакшено, но все есть. Почему нет? Или иногда какую-то способность. Вот, например, тизер можно оставить в двойку и 4-4 сделать. А я смотрю, тут на третья и так на первом уже 40 АС дает. На последнем раньше не сильно. То есть ее можно на единичку. Она только этот будет давать смягчение лучше. И она это не так уж сильно в начале скейлится. Да, потом... да, да. Ну а вот потом в лейтгейме прям очень жестко. Очень жестко. В общем, ребятки, пожелаю всем приятного просмотра. И мы начинаем сегодняшнюю драку. Сегодняшнюю драку у нас тут Зусчик на миду. Ух ты, ты че, кого ты убил там? Как дотирь? Кардотира. Кардотирь, зачем убиваешь? Ты сильно не души, пацанов.
Блин, Бара, конечно, такая каракатица, это жесть. Очень такой долгий взмах у него. Оп, и от носик. Блин, а животное, это такой смешной герой на самом деле. Ненавижу его, всегда баню его на стримах, это вообще жесть. Животное. Животное, ну по факту животное. Просто муу и побежал. Реально, на стримах всегда баню его, потому что я для Баратрума чисто цель номер один, чтобы, знаешь, там... Прибежать, забежать, убить, там вообще, это жесть такая, что... Ну его нафиг. О, какая же хускарвата просто, пара, если рейд кликать его. Да, он очень слабенький в начале. Один армор. Это как у Зета, ноль армора вообще. Но у Минера 7. Это вообще жесть, как он плотный. Да, есть, Антоха, такие приколюхи. Это тебе не Dota 2. Это тебе не твой World of Warcrunch. Простите, да. Тут я дилетант. Дилетанты. Что там, Кардотир убивают? Он умирает. Он умирает. Кардотир. Соларинг. Чел Соларинг купил. Ой, мне больно. Кстати, у нас ушел аппарат. А ушел он? А куда он ушел? Есть как... Он вернется вообще? Не видно его. А, вернулся. Давайте немного понакаляем Зевса. Ancient is upon you. Так, ну естественно, от носа не сработает никакого. Классическая тема. Люблю Баратрома за то, что от носа не работает. Опа, дядь, ну-ка. Конечно, пачка крипов меня заблочит. Маны там нет, можно не бояться. Опа, стики имеются. Хорошо, би. Слушай, ну я так, знаешь, под тэшку зашел, убил, как будто, знаешь, как будто и в принципе, и как обычно, знаешь, типа. Как к себе домой. Как к себе домой, забежал просто. Натушил. Затушил, там внизу суета какая-то. Капусты натушил, что ли? Натушил капусты, дядь. Приготовил. Капусты натушил. Печку затопил, в доме тепло. О, жесть. Прийти на следствие. Печку затопил, равно в доме. Так, а что это у нас там? Ливер какой-то, слышишь? Ливер. Кардоти уехал, походу. Боже, я ненавижу этот дот. О, жесть. Такой истерический смех. Боже, я ненавижу эту игру. Ну что, ребята, сделали мы рену, потому что так не пойдет. Хотелось бы против пятерых поиграть, потому что очень интересные, уникальные игроки попадаются. Ну ничего, погнали, Антонио. В общем, мы будем дубль 2 делать. Хотелось бы против пятерых поиграть. Я тебе, да, смешно это так прозвучало. Да, типа, знаешь, это настолько редкость, что... Да, как будто тут это проблема. Хотя это реально проблема. Да. Жесть, там пик такой, смотри, какой они пикают профессиональный. Жесть. Инвокер вообще очень люто бару контрит. Просто одна стенка колдсна, пара вообще. У него жесткие, тяжелые анимации у Баратрума. Еще тяжелее будет. Кстати, норм пик сделали. Мы что, против LGD? Да, реально, очень сильный пик. Прикинь, томба. Ой-ой-ой. Так, я куру нам оставляю тут. Давай. Мне не мид. Так кто мид? Так кто мид? Ти или не ти? Мне не мид или мне мид пишет, что не понимаю этого чел. Ульфсар без закупа идет к нам. Ульфсар? Он фаст маску хочет. Маска смерти. Маска. Маск. Mask of madness. И поехала. Чё, ман, мид? Нормально. Тогда я лучше пойду мид. Точно он пойдет? Тогда я пойду, мне все равно. Я пойду. Зомби с сапогом видел? Это говорит о том, что он будет стараться зонить. Ну, ты смотри, ты тогда с две пиццей на Юлзаре пойдешь. Если чё. Из-за... Хорошо. Там Сларка убили. Сларк профессиональный дот.
Старк профессионал. Так, смотри, я тогда центральный коридор, окей? Окей, окей. Я бы мидера взял тогда. Инвокер крипов блочит, прикинь. Бан. Не, ну это типа, понимаешь, типа уровень скилла уже показывает, что если крипов блокует. Только ради того, чтобы показать уровень скилла. Конечно, он два крипа у меня добил в миду уже. Годяй, а? Годяй, есть годяй, а есть негодяй. Антигодяй. Антигодяй. Там задротный нокер. Годяй. Вот годяй, а. Сун струйки. И три айронбрюнки. Три айронбрюнки. И сун струйки. Сурн страйк. Срун страйк. О, это я так делаю, да. Срун страйк. Переагривай давай. Не хочешь переагрить? Во, умничка. Хорош. Чтобы крипы аптешка убивались. Умничка, умничка. Хорошо. То, что нужно, браза. То, что нужно. То, что нужно. Там, смотри, на Sunstrike Walker стоит, готовится. Да, он целится. Он заряжает, заряжает. Он готов, он уверен в себе. И все. Че там? Иурса ушел домой, так и не купив ничего. Класс же. Кайфуй, дядь. Чук Тагалус. Так, мне вот это надо. Чук Тагалус. Возвращайся в огонь. Кого? Кого? Чего? Не выкупаю, да? Ля, прям в меня с СС-шкой попал. Я бы тебя понял. Молодец. Я еще попытался мансануть, он прям попал, расходник сбил. Молодец. Блин, стою постоянно в лоу-граунде этого ХГ. Он на ХГ стоит, я в лоу-граунде. Показывает свое превосходство. Да. Давай, относы никогда не сработают, не знаю, ненавижу эту доту. Потому что относы тупо не работают. Когда вот надо, да, когда хочется. Относ не работает. Тебе кура нужна, дядь? Кура, ну вообще желательно бы. Ну, бьют, бьют. Вообще желательно бы. Не могу убить его. Немножко не хватает. Тут от шанса зависит. От нос, если сработает, то работаем. Если нет, нет. Очень печально, на самом деле. Да, хилочек придет. Попробуем, дубль 2. Ля, и все равно попал же есть. А, у меня еще алхимик гангать бежит. Ну, я еще живой, розовый, теплый. Жесть, алхимик просто. Ну, у меня нету, блин, маны. 4 маны. 1. Такая печаль, не знаю, человек. Какой-то мид кривейший у меня. Максимально. Я не фармлю, убить не могу. Все расходники бокеру я сейчас слил, но шаман забрал, получается, фраг. Да, ну, короче, пока что все складывается очень печально для меня, потому что совсем все плохо. Тебе куру там надо, возьми. Я уже забыл. Ну, мне еще чуть-чуть надо. Вот, все, несу. Я на базу сейчас смотаюсь. Дубль 2 делать. По вокеру. Мне кажется, блин, мне надо бы к тебе прийти его гангануть. То у нас тут все равно с таким ничего не получится. Да, понятное дело, ну. Но...
Было бы, конечно, неплохо. Но мне на базу в любом случае надо. У меня ни хп, ни маны, ничего. Я сапог принести не могу. Я себе куру возьму отдельно, чтобы не суетиться. Но это потноватое будет. Но в лейте, скорее всего, вострём, потому что инвокера вряд ли баратруму можно будет законтрить. Там чел не овер отбитый. Что-то нажимает. Что-то нажимает. Куру забрать, да? Да, офни. Хорошо. Все, я готов на мид выбежать. Так, мне только сапог там в курьере забрать. Отдаст он мне, хорошо. Пробегусь. Лучше бы, конечно, инвокера, потому что убийство дума мне ничего особо не даст. Давай убьем его, я куры несу центрик на всякий. Мы убьем его вместе. Да, можно будет, думаю. ДТшку взял внизу. Или я сейчас жду. Я понимаю, хорошо. Я ТП-хнусь и чаржанусь сразу. Угу, я от тебя сразу. А что спорим, просто в инвиз зайдет? А, не успел. У меня есть, Не успел. Если что, взял его. Хорошо. А я тебе поставлю его, может быть, он. Может, у вас будет тут файт. Возможно, дядь, возможно. Так, ну что мы имеем, ребятки? Мы имеем то, что у нас пока что немножко плоховато по золоту. Немножко. Но будем стараться. Ласт-хиты как-то что-то с ласт-хитами плохо, с фрагами плохо. Но в целом команда качается. Чаржами помогаем. Самое главное. Чаржами помогаем. На топе забрали, там забрали. Конечно, тяжеловато. Пока что. Что там внизу суета? А, забираете, да? Хорошо. А, мне конец. Взорвется он страйком. Скорее всего. На этот палит. Ну, может, не попадет. Он на миду стоит, крепится. Я не могу притянуться даже. Понял. Наконец-то. Награда баш. Так, окей. Я через ПТ-шку сыграю. I see. Там, смотри, стаки видел, делает. Но я не могу. А, ну я не смогу выфармить их никак в любом случае. Энченто? Нет, он обычные стаки делает для алхимика. Ну, алхимик видел, что собирает, тоже там. Уже армлет. Я прибегу к тебе, убьем его еще раз. Я, кстати, рядом. Да. Можно прям под тэфку. Цепляешься? Да-да-да, я готов. Ну ты, скорее всего, в таверну. Нормально. I dreamed of it all. Там вокер, алхимик нормальный походу. Прям хорошо так. А у нас урса минус. Армлет у химика. Я на релокейте прилечу. Давай, давай. Я скорее всего умру, но я ва-банк чист. Эх, не заберем. Ну дума, не знаю, пытаться. Убил. Дума. Хорош. Ну. Страйк поймать. Не хотелось бы. О, все, найс. Живу. Я думал, я сдохну. В итоге выжил. Нормально. Думал, сдохну. Под думом, под тавром, тычки там. Ой, жесть вообще. Как вспомнишь, плакать хочется. Так, смотри, что мы сделаем, дядь.
Сейчас, ну он, смотри, ждет, пока чержану. Подожди. Будешь мимо пробегать, я прицеплюсь. Да, ну он поймет. Будет стоять ждать. Там кликается иконка. Побежали. Но у меня смока на лице, поэтому, может быть, он не успеет кнопку нажать. Типа, ждать будет, 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 а потом такой, опа. Я успел, смотри, ну ультану у него сразу. Видишь, он не успел среагировать из-за смоков. Mm-hmm. Не успел. Он типа думал раньше, что я буду бежать. Сейчас же день. Хорошо. Но такие ребята там потноватые, будет интересно играть. Тоже что-то понимают. Я в Мидас выйду дополнительно. На топе суета, конечно. Да, на топе там личи. Но по пику они очень сильные. По пику они выиграли эту игру. Я даже не знаю, тут бы как-то торопиться, что ли. Что-то топ ломают. Надо там, с тобой, да? Надо. Вот реально с тобой перестать их как-то гнобить. Да как вот? Не факт, что получится гнобить, дядь. Ты пик видел? Вдвоем мало что сделаем. Сюда, если лич какой-нибудь пойдет. Смотри, они вдвоем идут. Втроем. И типа, нет. Ну, вот так, окей, побьем, попробуем. Крайник сейчас бы не кинул по двоим. С правую сторону уходил бы? Так, сделаем. Слушай, нормально мы их тут под ДДшкой напинали. Я не думал, что мы вообще что-то им сделаем. Чайник. Это мощь. ДДшка нормально. ДД, ПТ. Так, я сделал Мидас. Хорошо. Иду. А ты посмотри, прошка какая. Дум кинули, все, я отхожу. Че там у тебя, транквилла, да, имеется? Хорошо. Да, не сбито. Зомбаки. Пойдем в лесочек сюда. Сейчас транквилла быстро порегенишь меня. Оп, хорош. Мид ломаю, да, там нам? То есть... Опа. На вокера бегу. Всех растолкаю. Да ты дай кастануть, да? Хорош. Хорош. Там он лич уходит, лоу хп. Ой, он дядя. Взорвал мне. Их, ну не видно. Карта закрыта. Я заберу. Оп. Я заберу. Хорош. Вот это профессиональная дота у нас пошла, да, дядь? Oh, сейчас yeah. Алхимик 10 слотов выбежит. Как напихает. Так, смотри, что нам нужно сделать для тебя? Попробуй, так как ты очень часто тогда впрягаешься, попробуй сделать какой-то, не знаю, глиммер, что ли. Да, глиммер надо. Чтобы хотя бы таргет сбивать. Будет нормально. Комбинация, в принципе, рабочая. Работать можно. Ой, томбу ставит. Ну ты вообще, дядь. Так, я пойду в лесочек, схожу и на базу. Наверное, армлет все равно я сделаю себе. Армлетик. Урна у тебя есть? Нет. Я не делал тоже в этой катке урну почему-то. Так. Ну, там кто-то соло был. Инвокер. Ну там под ним все. Да, да, да. Блин, кайф реген вообще жесть. Я отойду туда, наверх. Только ты показался. Хорошо. Тебя будет тизер. Мне дум дали опять, дядь. Я думал, Сларку дум дали. Отойдем чуть-чуть. Побегаем. И чаржену. Ты сейчас, у тебя транквилла включится вообще нормально. Зарегенюсь. Блин, даже не знаю, в кого чаржить, типа тут. Они очень плотные. Под томбой все это. Томбу надо убить.
Разбей тамбу, я побью Дума. Хорошо. Сейчас санстрайк будет. Отходи чуток. Хорош. Ну золото, в принципе, у меня растет нормально. Блин, мы их так на самом деле немыслимо убиваем под этой томбой. Типа, ну... Я в шоке, реально. Что мы вообще что-то делаем. Потому что там такие герои и лич армор кидает, и все, жесть. Да, у нас курсы нет. Да, вчетвером просто втроем стоим, долбимся. Так, ну у меня есть армлет. Дальше я что-нибудь еще в скорость атаки. Надо вот тут работать. В скорость атаки что-нибудь. Ну это жестко. Я удивлен на самом деле, как мы тушим. Релокейтнешься вниз, если что? Получится? Да. Блин, правда далековато будет. Тут хоста еще. Если он за Т2 зайдет, я не побегу. Я отменю. Я не буду бежать там. Понял. Зомби вон. Алхимик. Кому-то видели. Вообще же, если бегут. Ну, алхимика можно будет, кстати. Блин, он ультанул. Нет, ультанул, нет, под ультом не будем пытаться даже. Не хочется. Под ультом даже не хочется. На Урсу напали там. Его сейчас раскатят, как девочку. За конфетку? Не хочу даже ходить. Под... Ну, инвокер кнопки слил, слышишь? Я тебя, если что, жду. Ну, я не вижу никого. У них пока рез, вообще никого не вижу. Тут вард. Там варды, да. Я на хгшке постою, тут мне тут комфортно. Ну, а Егу только слили. А, ладно, лучше бы дальше фармил. Они в пятером играют. Прям как будто там стак какой-то. Помню, как Бару всегда качали старого. Сия, Володька там такое. Жесть, он душил этот герой. У него было 80 урона родного. 80 урона родного было. Шаду Хаман. 1800 золотых. Молнию сделаю. Молнию. Ты там в спине, да? Mm-hmm. Хорошо. Не готов. Вряд ли сольем, я думаю, но... О, хорош. А, отхожу вправо. Ой, ну тебе ГГ, да? Я в глимере. А, глимер у тебя, хорош. Если что, тизерись. Хорош, умничка. Тэшку заберу. Руки. Блин, ко мне идет. А-а-а, глимер. Живешь? Зомби убил. Зомби убил. Зомбезия. Страйк, хорошо. Вот мы тут их кайтим, слушай. Профессионал доту. Кажется, кого-то в драке не хватало. И жесть, там санстрайки, метеоры, бласт. Узрите тефтель. Ай, бро. Мидбол. Хорошо. Это жестко было. О, рега. Смотри, я на топ могу релокейтнуться. Давай. Ага, хорошо, вижу, хорошо, хорошо. Можешь бежать уже. Хорошо, у меня ульта есть, все, ездить. Пина его. Блин, как же легко слили вообще. Прикинь. Вообще, ребята, это такой кайф на самом деле. Скорость атаки хорошая, дамага. Казалось бы, да, алхимик там, он тоже очень плотный. Он регенится быстро, у него армлет. Жесть, но все равно быстро сливаем. Прям очень быстро. Реально круто. Реально круто. А что если я сделаю себе этот?
цепляйся. Балансы. Хорош. Четенько. Ой-ой-ой, как он молодец. В Invisible. Вообще красава. Стояли, долбились. Так, чувачело. Так, я от носик дам ему и отойду. Вот этого побью. Ой, чайник, бро. Хорош, тебя отлетел. Так, я не полетел, не получилось. Да не могу, не вижу, короче, понял? Вижен пропадает, у меня герой просто стоит, тухает. Хорош, лича даю. Ой, блин, как же дамажит-то. Санстрайки, дядь, не забудь, пожалуйста. Попадет, не попадет. Жесть. Это вообще мощно. Отлично. Так, у меня 4600. Я могу сделать сию, конечно, но могу сделать молнию. Сия, старая добрая, да? Но тут задача скорость атаки собирать. Да. Мне кажется, что учетом того, какой ты бык, тут Мьёльнир прикольно было. Да. Типа влетаешь, на меня там и зомбари будут бить, там прям очень много можно наносить. Молнию. По-любому. Майлстром, да? Майлстром. Как ты думаешь, это опечатка или так и должно быть? Мне кажется, нет. А может быть, такое название где-то есть, и чтобы на авторские права не нарушать, они буквы местами поменяли. Да. Возможно. Вот, можно. На топ пробегусь. Майлстром. Порегенишь меня чуть-чуть заодно. Хорошо. Жесть, у меня скорость атаки. Прикинь, такой вбегает. Ой-ой-ой. Там Мьёльнир, Мунхард, что-нибудь такое. Да. Это жесть. Это что за пушка будет сейчас? Сейчас я добью себе этот молнию апнутую. Все, есть. Сейчас даст и куплю до кучи. Даст и до кучи. Чуть-чуть не хватает до достов. Там вот Сларка убивает с прокаста Вокер. Юл Вокера появился. Так, дастики. И Вардик тебе возьму. Не видишь, тоже где Вардит все. Вот сюда надо будет поставить. Жесть, вот это, конечно, катка у нас тут. Хорош. Тэшку вторую можно будет побить. Сейчас Кура там летит уже. Блин, у меня офигенные слоты на этой минуте. Вот тут так сделаем. Офигенные слоты. Чук Тагалус! Смотри. Там? Лич. Побежали. Дядя. Личный разговор у нас есть. Нет разговоров. Тройку придется зажимать. Ой, хорош, чётенько. Томбу побью. Я отошел. Найс. Ой, чайник полетел. Сзади. Хорош, чайник минусом. Алхимик там. Но я могу, конечно, забежать в тупую, как баронесса. Давай вот так сделаем немножко. Мунсур эту картуй. Да, Мунсур. Мунсур это картуй. Не взорваться, жесть. Да. Да, не взорваться бы, дядь. Порегенишься, надеюсь. Могу на базу нас отправить просто. Да, давай. Почему нет? Тизер новый будет. Хорошо. И можно будет Вокера. Смотри, Девардец, собака. На миду Лич стоит один. Сколько? 3 секунды успеваем? Да, успеваем. Ката еще будет. Вам подарочек. Жесть, просто за этот убивает. За чарш один убиваем. Это очень круто. Внизу дефнуть или не надо? Рошан есть.
Урсу надо Рошана загонять. А тут варданул. Офигенно, кстати, если глиммер перед чаржем кидаешь. Кинь глиммер, я побегу. Блин, ну, ХГ я не пойду. Томбу поставил, найс. Да, тут, тут вар, тут топ. Пойдем Рошу. Урса! Даст и возьмет кто-нибудь? У меня есть... А, ладно, я возьму. Возьми, сентричок там ткни. У меня их три. Хорошо. Я бы круто было бы, если бы взял Аегу еще. Смотри, идут. О, бегут. А можем убить их, Аегу заберем и убиваем. Да, может. Ну, Вокер может сейчас про каста залететь. Он далеко еще. У него дагер есть? Нет у него ничего, у него там просто юл. Жестко, блин. У него дагера нет, он не успеет, я вижу, он розовый далеко. Да-да-да. Розовый он. Осуждаю. У Урса 1-1-1 просто. Первый на районе. Первый на районе. Че, я тогда шарт возьму сейчас. Или керас. Лучше шарт, наверное. Пусть будет тематически, да? На контенту. На контенту. Так, ну походу без Сларка, да? Интеллигент ме. Да, его нету, нету его. Тик. И можно в бой сразу. Да, я на зомби бегу. Ой, мне дум дали. Ничего страшного. Я главное, откайте. Откайте, главное. Я дерусь, как баран. Блин, Сларка, никто не подконтрил. Не, я умру. Есть. А, нет. Нет, умру. Хорошо. Буду просто бить. Лечу. Нормально. Я лечу к тебе, я стрейбэк. Алхимика за душу. Блин, я отменил. Ладно. Да чё, жесть, у меня спал этот. Нормально, заберу. Жесть. Я надеялся на то, что Лич умрет с этого, с молнии, со сплэша, понял? Просто. Сларк еще кто-то подконтрил бы, я не успел просто подконтрить его. Я сейчас тебя подвиги. Окей. Блин, так обидно на самом деле. Жесть, реген. 40, 50, 60, 70. Если в Тараску выйдешь, Сларка разденешь? Я забрал пару слотов. Твою куру. Глиммер дашь? Давай. Ах ты, хитер-бобер. Отходим. Вокер все-таки прокастер. Опасный. Пойдем на базу. Продашь артефакты. Или пока оставишь арба там, допустим. На базу сходим просто. А зачем мне арба? Ну, если что, на Тараску, мне кажется, офигенно зайдет. Ну, я продам чисто, да. Думаю, продать все. Жесть, у тебя МС больше, чем у меня. Ты быстрее, прикинь. Аура же действует на всех. Да. Жесть. Так, держи. Раз, даю тебе арба. И ПТ-шку даю. Так, имеется. Я пойду на топ, толкну топ, лайн. Можешь прицепиться, если хочешь. Офигенно. Пойдет. Так, такая тишина, я просто вдвоем бегут. Как-то багано это, конечно, все выглядит. Не, так, ну, это механика. Механика такая. Механика такая. Жалко, что Сларк, конечно, вылетел. Немножко меньше шансов сейчас становится на игру. Потому что Дум там... Блин, вот он. Сзади, 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 я в глиммер. Да, у меня тут проблема, Дум душит. И Дума надо убивать, дядь. Слышь, я нас отправил на Б. Давай, успеем? Ой, хорош. Главное, санстрайк не поймать. Так, я могу... Мы можем подраться. Свернуть? А свернуть? Да-да-да, деремся. Деремся. Деремся, их тут пятеро уже. Отходим, бро.
О, не, тебе ГГ, да? Я умер, уходил, да. Жесть. Блин. Это так не очень, типа, я думал, они, ну, типа, вдвоем остаются они, да, если стоят, ждут шакали, то мы их убиваем спокойно. Вообще без вопросов. Но когда они вместе там, если стоят, это жесть. Ладно, не будем соло вообще никакие вылазки делать, потому что они всегда вместе. Всегда. Вот даже сейчас я бегу, по-любому он там не один будет. Жесть. Да, герой. Я бегу вот этого убивать. Да, вот он один. За шпаман же я отошел. Хорошо. Так, ГГ, я затыкаю его. На СМХ, кстати. Нормально, прочитано. Просто убил, да? За чарж. Реально. Да. По-моему, там относов не было. Даже, даже относов не было, просто за чарж сбил. Жесткий бара. Жесткий бара. Че там у тебя по золоту? Вот сейчас куплю ривер. Хорошо. Это ж круто. И они под тэшки бегут все. Я не хочу под тэшкой драться. Ля-ля-ля. Ой, бро. Кекс успеешь дать, умничка? Блин, зомби-томба. Опять на меня дум кинули. Заберешь меня на базу, короче, подеремся чуть-чуть. Я не на базе. Я понимаю, что ты не на базе, но меня заберешь на базу. Иначе я тут не выживу. Два, один, улетаем. А, найс, хотя бы так, дядь. Живу, по идее. А, там аганим, бро, там аганим на думе. Да, это ГГ. Я думал, там обычный дум, а там аганимный. Вот это сейчас очень тяжело будет. Нас 4, и он еще скотина будет думы кидать. Это ГГ. Жесть. Ну, походу, это все раем. Походу, это все раем. Ну, либо сейчас как-то сильно потеем. Может, сосплитим их. Да нет, они в пятером, видишь, всегда бегают. Там алхимик еще. У алхимика всего один слот, дядь. Дальше будет намного хуже. Жесть просто. Они просто в пятером нас задавят, и все. Там дум в одного, и типа... Да. А сейчас без дума они, если подерутся... Они могут просрать. Да, понятное дело. Дум кидается. Там раз там нужно, чтобы, не знаю, он с аганимом. Может быть, он просто снес бы сторону. Да, он в сапе играет, дядь. Пул сапе. Он не будет делать там какие-то мувы сверхчеловеческие. Ну, я два раза глифану сейчас Т2. Кстати, по низу. Еще разочек. Хорошо. А, сломался глиф, лол. А, он, походу, не закончился. Но я забегу сейчас. Только давай, давай. Только лотар, у кого? Что, да понятное дело, что лотар у него. У меня есть гид. Ну, на лича бегу, потому что он подставился. Отойду. Хорошо. Нам нужно сейчас, мне кажется, давить. Сейчас. А, да. Я низ пойду, дефну. И, блин, как-то вижена не хватает, да, прям все снимают. Мангады. Блин, линку сделать, что ли, от дума? Как думаешь? Она помогает тут с аганимом, если он... Да, да, если с аганимом, да, если без аганима она вешается. Типа, мне это дополнительный сейв будет. Блин. Ну, а может быть, мне стоило собрать тоже линку тебе. Пусть с Тараской. Ты чё, Тараска включенная будет? Ты ж меня будешь перерегенивать просто. Её не собьют, конечно. Да, с чего-то собьют. Не собьют, дядь. Ладно, ждём. А? Открылись они, вот не дерутся без... Да, 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 они не хотят. Они, видишь, как они прям за эту игру, как будто это какой-то киберкотлетный матч, не знаю. Вообще никто старается не ошибаться, значит, там не бегать нигде. Это жестко. Есть время пофармить чуть-чуть у нас. Байбек взять там. Тебе сколько до Тараски? Еще штука. 200 вроде. Хорошо.
принципе, мы можем, я могу подскинуться немножко. Я косарь, да, 1400 ресипи. Жестко. Чуть пофармим. Чуть пофармим. Лес бы им как-то заварить. Бордов нет. Да. Все снимают, прям вообще жесть. Молодцы. Прям потненько. Потненько. Лич чайником очень много вносит. Можно, конечно, мне БКБ сделать. От чайника, да, образно? Опять-таки там Дум. Вся проблема, это Дум, он в меня постоянно кидает его. Фармиюешь, да? Хорош. Они вообще зажались. Так, смотри. Один, да, очень близко, очень близко. Если вот тут никого нет, то хорошо, Дум там, блин. А мне идет кидать кнопку, засранец. Хорош, слили. Дума, контролю. Контролю Дума. Не могу ультануть в него. Да что за хрень? О, боже, у меня герой просто ковыряет лицом. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот здесь смело, мне кажется, можно. Шаман змей. Хорошо. Змей Т3 поставит. У Дума пока что Лотар КД. Он мне идет Дум кидать. Шаману кинул. Хорош. Я подерусь тизер тут порвал. Под змеями. Пока без меня тизер порвал. Плохо, я умер, дядь. А жесть. Урса простоял в спине. Испа не было. Это печально. Ладно, сижу, думаю. Так, 5000 золотых. Тяжелый выбор. Сейчас бы стан не поймал, было бы БКБ. Просто в БКБ залетел бы и душил бы. Я БКБ сделаю. Вообще не варик не делать, походу. Сильвер там купил. Урса пассивненький. Спрыгнул бы сейчас со мной. Ох, как бы задушили бы. Ладно, я не буду вообще лезть. Типа, ну я знаешь, как подумал. Вы поддержите, я сейчас растолкаю, под змеями раздамажим. В итоге два героя сзади, у тебя тизер порванный. Вот это хреново. Вот это хреново. Сентри есть у тебя, чувак. Сентри есть у тебя, чувак, сентри. Шаман немножко запутывается. Дума могли сейчас убить, кстати. Блин, жалко, Сларка нету, да? Вообще намного легче было. Вообще. А что толку? А будет, Тарас. Раз, бульба. Вот такая дота у нас сегодня, ребята. С каждой минутой нам будет все тяжелее и тяжелее, на самом деле, если задуматься-то. Он не спешит, да понятно. Че, на базу бежишь, на алхимике? Релокейт есть? Если что. Со, куда он бежит на алхимике? Я не понимаю. Нет. Жесть. У меня ресов нет. Мне бы на альтергениться, и я бы прилетел. Жесть. Этот алхимик, он, короче, просто куда-то пошел. Смотри, чё? Все варды находят, все снимают. Вообще не понимаю. Что за хрень происходит? Что за дота мощная? Ладно, я топ толкаю. Окей. Внизу. Творение. Я вижу. Я на топе почилю. Но он там походу на Думе. Ну они вдвоем, втроем там нанизу. Томбу надо слить. Я бегу в Дума. О, он скорчит прожал. Он слил Дум, слышишь? Ой, там эвокер еще. Давай, я в тебя. Давай, я влетаю, мне пофиг. Я отошел. Давай. Тизера нет. Тизера нет. Хорошо, я тут разношу жесть. Смотри.
Я сейчас притянусь тебе. Давай. Я не достаю. Я слева. Хорош. Ну, я умер, да? О, бро, как же это плохо. У тебя тараска выключена была, да? Да ее сбивают, как? Видишь, у него шарадик. Шарадик. Ты, если что, я сзади тебя. Убегай, убегай. Ну ладно. Давай на базу и релокейт на топ. Окей? Давай. Я мид толкну. Видишь, она вообще бесполезна, потому что мне приходится как-то все равно рядом с дракой находиться, ее все время вырубают. Да это вообще бред какой-то. Там кучка зомбики. Сатаник сделаю. Что, релокейт на топ? Да-да-да, давай, смело. Давай прямо залезть. Давай. У тебя даст есть, если что? Да. У меня есть энтрик. Оставляй меня, да. Тройку по максимуму, дядь. Ладно, пофиг, нормально, может снесу. О, еще и попал, ну я понял тебя, дядь. Ой, ну еще нажми что-то, еще нажми, дядь. О, здорово. Ну ладно, я суицид бью. Я без байбека. Глиф назовем. Блин, как этот Doom, если честно, меня достал. Я постоянно про него забываю. Вот сейчас типа стою, бью, думаю, ну я в суицидную бараку бегу. Ай, сразу мне вылазит, Doom дает. Жесть. Ну короче, вы сами в дефе, но думаю, шаман если что задефит. И алхимик байбек. ХГ, уйдите, да, и стойте. Мне кажется, там будет нормально. Жесть. Ну я без байбека 100 секунд, мне кажется, это минус низ. У них топ будет пушиться. Тем не менее. Ну, змей, матушка, мне кажется, в деф надо. Двойка. Ну, вот он стоит. Ну, я байчу алхимика на то, чтобы он время тратил. Ой, Урса в упор подходит. Ну, надо змей ставить на шамане, чувак. Если чё. Змей, поставь. Дядь, ну сломают же. Урса убил. Ой, Урса алхимика засолил, это что? Смотри, шаман, кстати, без змей дефит. Я на сларке хожу, суету навожу, ребят. Опа, смотри, я мастер прыжочков. Да ты посмотри, Урса походу окрылился, редбула бахнул, дядь. Вот еще. Ой, он тебя заруинит, отходи от него сам, дядь, он не сможет отойти. Что за дота у нас? Че, нервы, дота, пот. Я в шоке, бро. Изера нет. Будет. Ну там змеи еще у шамана есть. 20 секунд мой рез. Можно попробовать в центральный коридор пойти. Ты посмотри, Урса, что делает! Ты что, инвокера? Не-не-не-не, оставьте его. Он не пойдет. Блин, да почему он не идет? Идите просто мид, товарищ. Просто мид идите. Ладно. Ну, не знаю, если этот блин конется сейчас. Жесть, у меня 25 левел. Че вы там дальше идете? Блин, вы столько времени теряете. Вообще жесть просто. А мы все равно так бы и на топ шли. Ну, вот он дальше идет. Жесть. Ну, это руина. То, что вы задефили, это все ни к чему абсолютно. Ладно, ничего страшного. Он пусть там кайфует. Сейчас он поднимается. Да, на Урсе, конечно, чувак. Но они уже все реснулись, я не пойду, дядь. Серьезно. Я лучше пофармлю. У меня байбек скоро будет. Уходи оттуда. Ух, он еще как-то попал, смотри. Я чаржану на него. Можешь поп... Ну, там, типа, я Doom сейчас поймаю, скорее всего. Ой, ну ты что, а? Давай вот так, подизейблю его. Ну, мне Doom дали. Алхимика нет, бью, доталово бью алхимика. Нет, маны, отойду, чтобы, если что, ты сейчас меня зарегенивал по чуть-чуть, дядь. Сейчас все, найс. Да, найс, отходим. Ой-ой-ой, в сторону. Хорош! Работаем. Doom бежит, правда. Так, ну, у меня проблемы небольшие. Он сейчас снова... Ну, все, я дерусь, типа.
Думал. Но он... там 2 секунды осталось, не знаю сколько. Тамбу, тамбу, тамбу. Тамбу слил. Все, дум кончился. На дума бегу. Ой-ой-ой, что за дота? Хорош, Шенвокер там живой. Ой, лича там зацепил. Да конченые грипы, отстаньте от меня. А стенка будет на инвокере сегодня? Вижен. Не чаржит животное это. Хорош, найс, инвокер ошибся. Зомбака заберу. Это тоже можем ультану. Ой, хорош! Да что за дота, дядь? Вообще жесть. Ну, еще. Там еще кто-то тупо резнулся. Тупо на их ошибках. Купить мне линку на тебя? Я не знаю, дядь, честно. Линку покупать нет. Надо спушить. Я хекс купил. Да, давай, на контроль что-то, дядь, надо все-таки. Думаю, если быстренько сольем, я не пойду. Тэшку забираем, уходим. Уходим, 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 дядь. Он под ногами на думе. Все-все-все-все-все-все-все, не надо, не надо. Мид можно аккуратненько. Под урсой. Если урса додумается. Эш, мне надо на Б, у меня маны мало. Все, уходим тогда, тут половая тэшка. Не вернуть? Да, можем релокейтнуть, дядь. Поехали. Так, у меня еще 2 слота на самом деле. Уф. Тастики возьму. Может, Рош пойдем, дядь. А Егу возьмем. Погнали, Рошана. Поехали. Дасты есть у тебя? Я это слышишь? Центре. Я дасты дам тебе еще до кучи. Хорошо. О, ДДшечка, найс. Че, я МКБ сделаю. Дамажить. Прям ни хреново будет. Миш, 46 минут потеем, да, на самом деле? Хорош. Так, МКБХ тоже есть. У них топ теперь подпушивается. Если мне глиммер дают, я могу залететь. Прям в дума. Прям по кайфу, по-царски. Я сразу тебе дам, как ты пернешься. Блин, так, конечно, палевно через все бежать. Да. Мы можем подсплитовать немножко. У них мид подпушивается, топ стабильно пушится. Аккуратненько сейчас подтянем стороны. Вот так вот я сейчас сделал. Сейчас на миду они будут поддефливать внизу. Будут поддефливать. Так, так, стороночку, дядь. Хорош. Шаман зря сюда змей поставил. Алхимик прыгает. Ну, шамана не хочу отдавать, поэтому залетаю. Я дерусь тут. Дума сольем, надеюсь. Хорошо. И глиммер. Эх, жесть. Зомбаки. Грызут. Зомбаки грызут. Томбу бью. Найс. Это эти зомби просто. Такая, да, заноза. Заноза, они тарасенцы сбивают. Жесть, ну смотри, одну сторону сейчас ломаем. Лича атакую. А, разорвала. Эти глиммер дам. Окей. Пушу. Алхимик прыгает. Меня убивает. Смотри. Ну, хекс сетки будут, дядь. Там соло, мне кажется, разорвет его. Хорош. Дядь, отходи. Пилишься очень я сильно. Блин, блин. Бью, бью. Это, томбу. Томбу бью. Она опять появилась. Разбил. Порегеньтесь там с чуваками. Я а чисто пушу раз по чуть. Алхимик, да, живой еще? Я бегу алхимика убивать. Как он хочет убить меня? Все, я отхожу. Инвокер байбэк, курс байбэк. Отходим, дядь. Давай порегенимся чуть-чуть. Чуть порегенимся. Жесть, конечно, дота у нас сегодня. Видишь, какая-то скотина мой хекс выложила просто и куру убрала. Я у всех забираю. Забирай, забирай. Может быть, урса там как-то подруинил. Не знаю. Так, я еще скорости хочу. Еще шард возьму, еще до кучи. Можно будет армлет продать. Скади какой-нибудь сделать, что ли.
сатаник вообще лучше. С такой скоростью атаки сата. Армор плюс хп, да, и дамаг. Сату сделаю, слушай. Чё я туплю? У него даггер, если чё, не нокер. Я видел. Я, подожди, дофармлю, надо дофармить. Жесть, какой я лютый. Под твоим бафом вообще ужастик какой-то. Сейчас мне 400 золота, дядь. И низ сломали, им остается мид. В принципе, у меня байбека сейчас нету, одна ошибка, и мы ошиблись. У меня тоже. Ну тогда надо аккуратненько сейчас. Я в эншента пойду. Смотри, двое на миде. На топе... Там вокер. Вовсе на не топе... медведь. Алчемист, если куда-то сюда выйдет, можно будет. Сейчас мне чуть добить надо, дядь, чтобы уверенность была. В завтрашнем дне. Хорошо, есть. Хорошо. Пусть они в мид, они не пойдут. У них боковые страдают. Если они пойдут, они теряют трон. В любом случае. Нам аккуратно нужно просто балансить этот центральный коридор и все. Здесь вот. А с мид пушается. Мне надо задать. Хорошо. Так, сатани нормальный, я жирная корова. Хорошо. 3000 хп, 1001 мана. О, товарищ. А, он не один, конечно. Да ё-моё. Тамба. Артефакты не собираются. Подождите, сорямба. Я отойду. А, вы там бьете, тут да, дума кого-то? Убиваем. Дума? Дума. Хорошо, я стою там, доминатор разбираю, дядь. Сорян. Да волка не трожь, жесть. Я столько времени потратил, чтобы этот доминатор там соврать, разобрать. Ну, я влечу сейчас, дядь. На меня зачаржишься? А, найс, сбил чарж. Влетай. А, я не могу под БКБ. Ладно, ничего страшного. Так, вокер уничтожил. Идет, я тебе. Хорошо. Хекс дам. Алхимика. Алхимика. Хорош. Вот это вот сначала убью. Ах ты сырная. Единицу даешь под тройкой? Че есть? Да ты посмотри, чаржа нет, дядь. Ладно, вот этого сначала. У меня прыгать идет. Да. Я задушил. Вроде как. Задушим, задушим, относы будут, дядь. Наверное. Ну, может быть. А поставлю вард. Вард ставь? Да ставься, ты скотина. Да, поздно. У них трон падает, бро. Смотри. Но я дрампагу так и не дал. GG, хорош. Красивая игра, да, блин? Да. Грязная, но и в то же время красивая, прикольная игра получилась. Ну что ж. Они почти выиграли, при том, что у нас 4, да, Урса 7-7-7 закончил, когда у меня 36 на 16, а у тебя 5 на 25, понимаешь, да? Какой этот, блин, Урса вообще мошенник. Но на самом деле катка мне понравилась, очень крутая. Такое, знаешь, ну прям, блин, бодренько. Да, понравилось тоже? Да, я же говорю, я без помощи не играл, и как бы по-новому им попробовать поиграть, это вообще было прикольно, интересно. Еще игра выдалась. Прикольная. Нелегкая. Да. Ну что ж, ребята, на этом вот такая вот у нас каточка. Пробуйте с друзьями эту комбинацию Баратрум плюс Виз. Пробуйте тизериться под чаржи. Это очень прикольно. Это работает. Как вы видите, мы сейчас это сделали. И в целом потную катку такую подзатащили. Уф, прям реально. Мне понравилось. Не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал, чтобы не пропускать такие видосы. Ну и, конечно же, залетайте на стримы, которые проходят где-то примерно 19-20 по московскому времени, когда как. Поэтому вот такая, ребятки, тема. Всем спасибо, кто посмотрел этот видос. Антонио, спасибо, что ты помог. Да, всегда пожалуйста. Ну и на этом все. С вами был Ксаназис и до скорого. Всем пока.